Детский сад «Акварелька», о каком и в городах могут мечтать, открыт в хуторе Лагутники Волгодонского района в прошлом году. Рассчитан он на 80 детей, включая самых маленьких. Большое преимущество, что жителям сельской местности, которые хотят мамочки выйти пораньше на работу, предоставляется для детей место с 2 месяцев до 1,5 лет. Поэтому это точно так же один-единственный детский сад, который имеет такую... детей раннего возраста. Работу, построенную по нацпроекту «Демография акварельки», оценила группа губконтроля под руководством первого замгубернатора Игоря Гуськова. Условия для детсадовцев созданы максимально комфортные. Сюда привозят малышей даже из Волгодонска. В станице Романовска группа губконтроля побывала в МФЦ и в межпоселенческой центральной библиотеке, где работает многофункциональный молодежный центр. Здесь ребята готовят гуманитарную помощь для участников СВО. А в Волгодонске первым объектом стала центральная детская библиотека, где идет капитальный ремонт. Мы заменили уже 32 окна, межкомнатных дверей 7 и эвакуационных дверей 5. В трех помещениях отремонтируют стены и пол, установят систему видеонаблюдения, охранную сигнализацию. Все это позволит в следующем году поучаствовать в конкурсе модельных библиотек и побороться за областную субсидию в 10 миллионов рублей на модернизацию. А это школа на 600 мест в микрорайоне В9, построенная по нацпроекту образования и областной госпрограмме развития образования. Если взять все масштабные проекты, которые за последние годы производятся, я считаю, что это, наверное, один из лучших проектов, потому что это современная школа, которая будет оборудована по последнему слову со всеми нормативами и с учетом пожелания детей. Объект стоимостью 1,224 млн рублей введен в эксплуатацию. Сейчас завершается поставка оборудования, а помещение и территорию готовят к 1 сентября. Мы несколько лет назад решили проблему с нехваткой мест в детских садах в целом по Ростовской области. И в городе Волгодонске эта проблема также решена, причем раньше, чем в других муниципалитетах. А сводом школы на 600 мест в микрорайоне В9 практически будет ликвидирована вторая смена. Основа на перспективу – это сделать Волгодонск центром восточной агломерации Ростовской области. Если мы это сделаем, а мы это сделаем, это значит, мы для жителей города создадим те условия, которые позволяют им и комфортно жить, и учить детей, и смотреть в будущее. Ну и финальным аккордом рабочей поездки стало собрание к 73-й годовщине основания Волгодонска. Татьяна Цепелева, Первый Ростовский.